А я сделала укладочку в салоне в Сочи и решила наконец-то выйти к вам, поздороваться, узнать, как дела. Сижу тут под пальмой, в Сочи холодно, Новый год спокойно, днюха спокойно, примерно очень-очень все спокойно в прошлом. Новый год с родителями. Погода в Сочи очень-очень-очень холодная, но теплее, чем в Москве все равно. Спасибо. Да, прям очень хотелось отдохнуть от интернета. Прям вот просто не хочется ни фотографироваться, ни отвечать на комментарии, ни писать какие-то тексты. Просто хочется отдохнуть, погулять, подышать свежим воздухом, ну просто вот отдохнуть. Вот. Как пережить развод и предательство? Ну, как пережить нужно? Отойти как можно больше, быстрее от такого мероприятия. Чем-то расслабиться, чем-то забыться, сходить куда-нибудь. Ты меня поняла? В прошедшее. Да, тренируюсь. Привет, привет. Я всегда умываюсь обычным средством, обычной умывалкой. Сейчас как очень немножко физики, как жарко в салоне. Ой, пару минут тут постою. Свитерочек у меня новенький, Versace. Еще купила сапожки новые, серые. Спишь первый раз. Ой, здесь очень ярко, и такой засвет получается. О, вот так лучше. Сделала укладочку. Мы на какой-то улице. Гагарина. Сейчас пойдем в кафе. Спасибо за журналы. Да, печаталась не раз. Начиная с Максима. Но все равно в Максиме были очень приличные фотографии. В купальнике, в шапке. Спасибо за позитив, за сердечки. В Сочи, я не знаю, мне кажется, градусов 6 тепла. Когда я прилетела, было холоднее намного. А губы не свои. Ну, свои, то есть на чуть-чуть измененные. Ну, что-то подарили, деньги подарили. Что-то еще не додарили, но обещали додарить. Спасибо и вам тоже хороших выходных, каникул. Не знаю, может быть, еще выйду к вам попозже. Все, я с вами прощаюсь.